зарядку вы очень уверенно проводили. Уверенно? Как будто уже был опыт такой. Нет, наоборот, не скажу, что я волнуюсь. Но я на самом деле заволновалась так. Я говорю, у меня даже дрожь внутри, такой тремор был. Потому что я не проводила зарядки такие. Я просто не знаю даже, чего надо было делать. Но потом как-то нормально потянулось. Откуда эта зарядка? Зарядка? Это, да, такой из детского сада, наверное. Импровизация. А с сыном не делаете так, не знаю, где. Мы с ним более серьезные прошли. Окей. Он меня поборол, повалил здесь недавно. О. Это как достижение уже, да? Такое, значит, растет. Молодец, маму. По уроку немножко. Ну, было здорово и очень им благодарна, что пригласили. И хорошо, что я приехала сюда. В принципе, к детишкам с радостью всегда приедешь, без всяких раздумываний. Здорово все организовали, по организации очень все четко, хорошо. И просто даже, ну, приятно находиться в компании вот, Романа Петушкова и Марии Киселевой, и Александра Дмитриевича тоже. Поэтому. И школа, в принципе, очень хорошая. Говорю, видно, что здесь такие учителя хорошие, детки такие воспитанные. То есть все здесь под контролем, и здорово. Зал спортивный понравился. Не такой, конечно, как в обычной школе, но ну, здорово, что такие школы есть. И здорово, что есть родители, которые детей в такие школы вводят. Ну, и хорошо. Помните вашу школу? Конечно. Первый, ну как она выглядела? Обычная школа. Ну наша, такая обычная, типичная. Обычная школа, да. 859-я. Ну там никого не приводили, похоже? Нет, туда я еще пока не ездила, но у меня планируется, как бы, и хотят, чтобы я и туда пришла, и в 629-ю, потому что я 3 класса в той школе начально училась, 859-й, а потом 129-й, поэтому как бы планируем. И туда, наверное, пойду тоже, и будет встреча с учениками. У вас есть какое-то самое яркое воспоминание из школы? Из школы? Да. Я в углу стояла даже в школе. Это в начальной школе. Это было дело, наверное, что-то меня... А за что за хулиганство, не помню. Вы хулиганили? Да. И в это уже в старших классах тоже мы хулиганили как-то там учителю, вредничали мы. Немножко. Но я думаю, мы были еще, ну, такие... Тяжело вообще учителями, тяжело работать. Я как бы это вижу сейчас. И, ну, вообще, и, то есть уже с возрастом осознаешь это, сколько они бедные терпят, и какие сейчас детки, в принципе. Очень тяжело и очень жалко их. И самый, наверное, такой труд должен оцениваться очень хорошо.